не продолжай. А что досталось нам? Скажи, что доставалось нам? Солнце, соленая вода, рис с червями и гнилая картошка. Ты неблагодарная. Капитан Севилья подобрал тебя на улице, когда ты была никем, когда ты была... Не смей, Рокки. Не смей произносить это слово в моем присутствии. Тогда не вынуждай меня говорить. И признай, что Хосе Мануэль Севилья спас нам жизнь. Он вытащил нас с судна до того, как оно взорвалось. Он погиб из-за нас. Никогда не забывай об этом, Олимпия. Все возвращается на круги своя, Бенигна. Стало быть, сестра его здесь, в этом доме. Да, она внизу, мой генерал. Я очень хорошо ее помню. Хотя она никогда мне не нравилась. Потому что я не люблю актрис. Мне кажется ненормальным, что они каждый день целуются с разными мужчинами. Ненормально это. Зачем сюда пришла эта женщина? Уладить вопрос с наследством девочки Валентины. Она теряет время, потому что Олимпия этого не допустит. Однако актрисе не откажешь. Смелости. И потом, если хорошо подумать, враг моего врага — мой друг. Выходит так. Бенигно? Слушаю, генерал. Приведи ее ко мне. Мне нужно поговорить с сеньоритой Ланс. Узнать, что хочет эта женщина. Меня не интересуют твои сказки о покойнике. Уважай память призраков, Олимпии, если не хочешь, чтобы они вернулись за тобой. Думаешь, ты меня испугаешь? Ошибаешься. Нужно что-то гораздо большее, чем память о покойнике, чтобы взволновать Олимпию Меркури. Я не пытаюсь напугать тебя. Я знаю, что ты ничего не боишься. Ошибаешься. Я боюсь прошлого. Поэтому не хочу, чтобы Орест вставал в это нос. Не хочу, чтобы он ворошил прошлое. Не хочу. Успокойся, Олимпия. Хосе Мануэль Севилья умер и забыл. Его нет, нет, нет. Я не хочу, чтобы сын напоминал мне о нем. Не хочу. Все, все. Орест заинтересовался этим из-за проклятой случайности. Случайности? Нет, Рокки. Жизнь меня научила, что случайностей не бывает. Да? И как ты можешь объяснить это? Стало быть, вас волнует будущее Валентины. И также вы хотите узнать, принадлежит ли часть состояния сестры вам? Вовсе нет, Дон Сегунда. Мне ничего не принадлежит. Все принадлежит Валентине. Но вы единственная сестра Эвы, следовательно, какая-то часть должна дойти вам. Ничего, Дон Сегунда, ничего. У нас с сестрой Эвой никогда не было больших денег. Но мы всегда жили хорошо. Достойно. И ни в чем не нуждались. Когда моя сестра Эва вышла замуж за вашего племянника Луиса Филиппе, что она принесла в этот дом? Ничего. Платье, туфли, мамины часы и много любви. Именно это. Много любви. Так и было. Луис Филиппе дал ей все. И даже больше. Он дал ей любимую дочь. Она не красавица внешне, вся красота, которая дарил ее Бог, осталась в сердце. Валентина. Все, что оставил Луис Филиппе, и что оставила моя сестра Эва, принадлежит ей, Валентине. Я же хочу дать ей мою любовь и заботиться о ней, ничего не прося взамен. Послушайте меня, сеньорита Ланс. Послушайте внимательно. Наша племянница получит наследство, которое оставили ее родители. Потому что она не одна. У нее есть вы, у нее есть я. Никто не сможет лишить ее наследства. Я этого не допущу. Ни за что.
Что значит, ты не знаешь, где ее нашли? Я знаю, что ее нашли в этом доме, но не знаю подробностей. Не может быть. Не может быть, чтобы Хосе Мануэль Севилья так шутил надо мной. Откуда она могла взяться? Хосе Мануэль Севилья сделал десяток таких брошей для самых важных клиентов. Не забывай, что у Дона Прима Вильянуэва, отца Хуана Анхеля, были дела. Да, но они должны были утонуть вместе с судном. Нужно выяснить, как она попала в этот дом. Ладно. Успокойся, оставь это мне. Я отдала в твои руки мою жизнь, Рокки. Пожалуйста, не разочаруй меня. Мне нужно знать, что я могу рассчитывать на тебя. Можешь. Раз дела обстоят так, нет смысла ждать, пока меня примет Олимпия. Я, именно я, не собираюсь ее ждать. Кто-нибудь, я ухожу. Спасибо за все. Спасибо за сок, за кофе. Никто не выйдет, чтобы попрощаться со мной. Толстушка, в каком мире ты оказалась? С какими людьми? Ни в коем случае, Кармен. Съемку этой рекламы нельзя отменить. Сообщи Хуану Анхелю, что я немного опоздаю. Что с вами, сеньор? Вы чем-то расстроены? Да, у меня были неприятности дома, но все уладилось. Вот еще что, Кармен. Будь терпимой с этим клиентом. Он капризный человек и очень обидчивый. Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь. Я надеюсь, Кармен, надеюсь. До свидания. Куда это ты собралась? Разве тебе не нужно отдыхать? Я хорошо себя чувствую. И кроме того, у меня есть некоторые обязательства перед первой леди. Да? Даже если бы у тебя были обязательства перед самим Господом Богом, твое здоровье сейчас главное. Лоренцо, что с тобой? Почему ты хромаешь? Что с платьем, Валентина? Покажись, как оно на тебе сидит. Сейчас, сейчас. Она его уже надела? Ей даже йога не поможет. Давай посмотрим. Идем. Чики, я принесла купальник. Спасибо, я его примерю. Ариадна, позовешь меня? Я не хочу пропустить такое зрелище. Да. Ариадна? Ори. Ты не собираешься ходить по торговому центру в таком виде? На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision по заказу ТНТ. Que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me cae.